Привет, друзья, всем любителям экзотики. Решил сегодня начать цикл, если это, конечно, получится, о инжире, о сортах, которые есть в моей коллекции. И вот пока есть еще снять, что не сняли, не съели, не отвалилось. Начнем с этого сорта. Растение пришло ко мне от людей, которые приехали за саженцами цитрусовых. И не знаю, что делать с этим инжиром, потому что его клещик просто убивал. Мне его подарили. Сорт неизвестен был, поэтому вот как-то так его взял. Ну, вроде бы вычухать получилось. Растение росло в 20-литровой емкости и сформировано было многоствольным таким кустом. И, кстати, вот это заставило задуматься о том, как все-таки правильно формировать инжир в контейнерах. Одноствольным деревом или многоствольным. Ну, этот саженец или это растение показывает, что многоствольность в принципе неплохо, вроде бы как. Благодаря форуму инжироводов, предположительно, это Браун Тюркей. Посмотрим еще, понаблюдаем, но под таким названием я его в принципе и буду называть дальше. Что можно сказать о нем? Ну, вкусовые качества, скажем так, пробовали уже средние. Не скажу, что это супер-пупер какой-то вкус, но тем не менее в контейнере неплохо, нормально. То, что видели на первых кадрах, это бреба, одна из нескольких, которая на нем завязалась. Там еще есть в листьях, не буду сейчас уже залезать туда. Вот, но в принципе могу сказать, что один из немногих сортов, который бребу действительно здесь вот завязал и успешно дорастил, не сбросил у меня. Я не скажу, что тут условия какие-то супер у него уникальные, ничего такого нет. И, кстати, инжиры проводятся, испытания как раз на эти мои условия. Что будет лучше плодоносить, то я ставлю. Так что Браун Тюркей, вот у нас сегодня 29 июня, практически созрел. Конечно, это растение начало расти еще в теплице, но на сегодняшний день, вот благодаря такому раннему старту, уже плоды созрели. Ну, а это мы видим основной урожай. Тоже, в принципе, завязал достаточно много его на кончиках ветвей. Видим, растит. Здесь вот, здесь дальше, это тоже все коричневый турецкий. Здесь, так что основной урожай тоже обещает быть неплохим. Удачи всем, выращивайте экзотические растения, получайте удовольствие и наслаждение. Удачи всем!